Уважаемые наши боевые братья, бойцы, сегодня мы собрались, чтобы вас поприветствовать ваше решение добровольно вступить в ряды легендарного спецназа «Ахмат» и отправиться для защиты нашей Родины, нашей страны, в зону проведения СВО. У нас сильный, волевой верховный главнокомандующий, который поставил цель уничтожить фашизм 21 века. У нас во главе спецназа «Ахмат» стоит легендарный воин, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который с начала СВО днем и ночью планирует, курирует наше спецподразделение. От вашего лица хочу поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который взял основную ношу с начала проведения СВО в зоне специальной военной операции. Также хотелось бы от вас, от вашего имени поблагодарить Общественный фонд имени Ахмат Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, героя России, который помогает добровольческим отрядам, батальонам, экипировке, также жителям Донбасса, гуманитарной помощью, всем тем, что необходимо в зоне проведения СВО. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить инструкторов Российского университета спецназа, которые занимались в последнее время с вами. Бойцы, берегите себя, возвращайтесь живыми, здоровыми своим семьям. Удачи вам, бойцы! 8 лет планомерно эти националисты уничтожали мирное население Донбасса. Пришла очередь ответить за все злодеяния, которые они совершали. Я уверен, что вы все бойцы будьте достойным продолжателем наших отцов и дедов. Желаем вам удачи, берегите друг другу, вернитесь живы и здоровы. Победа будет за нами. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Россия! Борщ! Ура! 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 Спокойно жить нам не дают в данный момент. Запад через Украину. В Чечне то же самое было, мы знаем, помним. Вот. Ну, кто-то должен же наводить порядок. Поэтому мы здесь все. Все добровольцы, все добровольно, все хотим Родину защищать. Вот. Даже в армии за 2 года бы столько не научился, сколько местные инструктора нас смогли за такое короткое время обучить. Поэтому очень им благодарность большая. Также Рамзану Ахматовичу тоже очень большая благодарность. Все на высшем уровне, как обычно в Чечне бывает. Питание, инструктора, все полностью, экипировка, все в лучшем качестве. Вот. Я просто одно хочу сказать, что эта война должна быть побеждена нами, и мы не должны сдаваться.